Андрюха, голды нету для Пока себя. останешься, а дальше посмотрим. Пошли, короче, уже с компом. Чем мы тут долго смонимся? Поставь скаф какой-нибудь. А, ни одного лока здесь нет. Три лока в пасти, ни одного. Лечу. Меня только добрали. Лечу. Жалко, Будревана сегодня нет. У кого из локов есть демон? У меня есть, я написал, и из-за этого меня и взяли. Ну так прыгай в демона сразу. Я уже лечу в демоне. Ребята, а как мы пойдем чистить трэш, если у нас ни одного танка нету, блядь? Сейчас поманем. Бакати у Холок Сэндрикс танки, как в прошлый раз. Это, Санек, ты же там за ханта, да, играл раньше? Я? А ты только в ММе бегал, в БМе не бегал? Я только в ММе, да, за ММ шарю, за БМ шарю. Знаешь, сколько там надо вообще хосты в ММу? 1300 вроде, или 1100 сейчас. Точно? Ну, я спрашивал, да, 1000... Да, 1300. Бля, понятно. Ты спрашивай у тех людей, которые ебашат, Женя. Надо это из X2. Хочешь, я спрошу у людей с X2? Ну они там, они по Т4 или по Т5, блядь? Ты что мне скажешь? По Т5, понятное дело, но... Сейчас Т4 сделали очень похоже. Ладно, ты им просто не скажи, они там бегают в РПБ или ловкости, что-то у них... Там, Женя, я тебе в личку кинул, чел, который... Там в Т5... Опять там у них и РПБ, и косты, да, чего там хватает. Женя, а что ты решил в БМе? Ну, блять, он веселый. Я куш ебашу, у меня, во-первых, убийственный выстрел срабатывает по КД почему-то, я не знаю, я так не понял. Там, то есть не по экзекут фазу, это здорово. А у тебя какие штаны? Четвертые. С коричневым пятнышком. Ну, это да, понятно. Все равно ММы больше дают. Блядь, да это не ваше боже, это здесь просто кайф игры. Нет, это не похуй на ханта вообще. Я тебе в личку кинул хорошего БМа. Спасибо. Вот, просто, блядь, ну и он там что-то встаешь и пашешь, разные эти петы появляются, бегут. Короче, как в Легионе. Тут не вызываешь, побежали, блядь, босса, там кому-то пиздец. Знаете, каски кулаки. О, и есть чекасты, здорово. Иди, разминируем. Разминируй мины, Дима. Он на разминировал написал. А, хорошо. Разминировал. Там, чтобы залп типа совпадал, надо 1300 хосты. Вообще жесть. Знаешь, тринка надо по-любому брать. Ладно, попробуем. Бля, тяжело будет набрать 1300 холостых контур. Мне кажется, что все-таки ты в Т4 лучше бегать в силу атаки для убиваться, чем в ловкость для БМ-ханта. Для БМ? Для БМ вообще в хостов. С такими Т4. Да, там надо брать штаны от Т10, потому что штаны со скоростью. Зайдите ближе все. Слава. А чё с почками, чё они перевернутые? Забагались. То 40. Вчера ещё, кстати, 40 прикольного выкатили. Для экзальта, да. Там тотал ДПС 450 тысяч нужен был. Короче, ребят, купил с утра шампанского, убьем ребра, блядь, открою шампанское. Ну, скажем так. Мы знаем тактику хорошую на Apple, на 40. Скажем меньше, так, чтобы... Там экзы на 40 взяли 6 локов. И все равно, когда на берсе, у них там 15% осталось. Я про то, что знаем, как сделать, чтобы меньше... Там урон такой же, как в обычке или нет? Ну, шотит, конечно. Ну вот, мы знаем, как делать, чтобы было меньше меток. Так экзы убили вроде? Орка, нет? Нет. 450 тысяч тотал. Такой вообще даже. Они убили орка. Там кто-то писал, что они убили. Они нет. Убили орка. Не разделали. Вчера его не сделали. Его вроде убили, но потом откатили, потому что там что-то с ХП не так сделали, потом
Они 100% убили орка и тухлому оставили около там 10%. Они еще и вальку захилили. Потому что сирусы писали, что там какая-то фигня с орком была, и хп у них неправильно. Убили. Двух траев. Ну, 450 попало, так, конечно, сильно. Вчера они точно его не убили. На сайте не показывали. Я про вчера говорю, что вчера там орка сломали. Не знаю, точнее, его убили, не убили. Там орк прикольный был. Выгадывать. Кстати, я вот говорил с другом из Xbox, они, как мы сейчас бьем, много очень раз пробовали. И он говорит, попробовали немного другую тактику, и гораздо легче было. И здесь, если мы попробовать, мы будем по этой же бить. У них танки водили, то есть от одного угла в другой перебегал. Могу показать. Ну, как на циркуле бьются, то же самое, вроде как. Ну, так же, ты треугольником встают танки на большой треугольник, и все. Не, босс между ними бегает, то есть не в двух позициях, как у нас сейчас, а по-другому чуть-чуть. Сейчас я в середине бьют. Сказал человек, что так намного легче, чем его. Может быть, это и на и нас по-другому. Давай попробуем так, как мы научились вначале. Ну, окей, давай. Я просто предлагаю. Ну, типа хазан. Предлагаешь. Мне тоже так предлагали сделать, но я оставил как было, мы вроде убили быстро достаточно. Как только научились убивать. Ну давай, сопроты танчик, танком. Все так, остальные... Саша, я сейчас сопроты не сдавал, сопроты у меня есть еще дохуя. Сопроты, да, Андрею, бери и леговайз, короче, ДДшные фласки, леговайз за ДДшными фласками, скибите за сопротами, определенно войд за СПДшными фласками. О, Маш, привет. Вообще обязательно мажьте масло. Как твоя дача, как ремонт? Вот он у меня была. А что-то пропадало. Работа. Ладно, давай потом взглянем. Разберёте сейчас. Времени не тратить на это. Себя да. Сопроты в скибиде подойдите, пожалуйста, возьмите. Я не буду бегать на доспехе. Поставьте шкаф шнурки за сумоним. И сацуны. Так, кто здесь не был? Вот вам метка. Поставь этот резерон на метки. Квадратик поставил на Азерон. Бегайте в основном за Азероной. Сейчас мы поставим метки. Поставь еще для нас две метки с чмыгой. Сопроты у скивиди подойдите, пожалуйста. Возьмите сою на краю. Ну просто на самом деле, типа, метки вам особо не нужны, просто типа под конец вихря подойдите к боссу. Ну то есть я, например, вот условно даже зеленую метку вставал. Ну, просто, к примеру, поставь, что я-то понял, что делать. Поставь справа метку одну, чтобы для чмыги, я ему объясню, чтобы ему было понятно. Ему, короче, все, много меток натыкаешь, чтобы он куда-нибудь встал, чтобы босс на него не побежал. Хорошо, вот поставь для него метки, чисто смотри, чмыга для тебя будет метки трусы, луна и квадрат. Квадрат тоже. Да, смотри, такой момент. Когда мы бьем босса до вихря, ты бегаешь в основном квадрат трусы. То есть если в тебя выбирается, если в тебя кидается, короче, он выбирает босса в тебя и кидает ледяное пламя, ты бегаешь, вот, получается, от квадрата до трусов. Потом, когда тебе сказали, и когда там на 5 секунд до вихря остается, ты перебегаешь к луне. Как только босс начинает крутиться, ты забегаешь в крест. То есть ты не должен подбегать к луне до того, как босс кастует вихрь. 5 секунд до вихря, вот забегаешь в луну, ждешь, пока он начнет крутиться, он перебегает в печеньку, и ты перебегаешь сразу же в крест. Потом, твоя задача, когда опять же тебе сказали, босс вернется к ромбику, твоя задача опять выбежать будет в трусы. И опять, босс выбрал, допустим, тебя, на тебя летит лужа, ты немножко увернулся от лужи и бегаешь между трусиками и квадратом, между трусиками и квадратом. Когда босс опять будет подходить к вихрю, 5 секунд до вихря, ты нажимаешь, чем подбегаешь к трусам. Он перебежал в печеньку, сразу же возвращаешь в крест. Подбегаешь в крест. Блять, подсадная, да, я вас запомнил, а с шипами, что мне сбегаться или как? Нет, с шипами, если на тебя кидается шип, тебя будут разбивать. Все люди, на кого кидается шип, обязательно прожимайте escape, чтобы вас можно было кидать.
Обязательно, все нажимаете escape. Так, знаете, здесь не стойте, не втыкайте, а лучше сейчас дадим. Не стойте, не втыкайте. Видите, если видите, что появилось пламя, если видите, что паладин Элла перебежал, сразу же перебегайте за ним. Не стойте, здесь лучше чуть не замахать, а урона вроде как должно хватить. Метка с меня, кстати, светит. А что, какая какую поставить, какая не светает? Я их за тобой сейчас светают. Давай луна, мне кажется, луна будет нормально. Луна обычно редко. Я поставлю на себя, если светит, если замечу. Вон, луна метка вам светит. То есть вы все, абсолютно все стоите в луне, если что, весь рейд, кроме там... Дексиона тоже знает, что делать, печеньку будешь блин давать. А все остальные бегают в основном за это. И ваша задача в основном будет бегать между ромбиком и крестиком. Между ромбиком и крестиком. На крестике, когда он крутится, вот так почти всегда в ромбике. Ну не в самом ромбике, там просто следите за луной. И все. На РДДшниках там по факту можно встать АФК между ромбом и крестом где-то. И все. Есть уже припоты, блять, я просто с работы бежал и не успел припотов купить. 200, блять, ЕП. Ну, в Китае, если ни у кого нету, если есть, это... дайте одна. А под чем пить будет, это, сапрот или удар? ДД. Эй, этот удар, ДДшник, сапротов нет смысла. Все равно сдохнет, если нет. Скажем так, неправильно сделаешь, сдохнет. Если, короче, рейд неправильно будет делать, то под ДД автоматически вайп, поэтому... Тут не зарешается просто. И короче, босс будет в основном бегать между ромбиком и печенькой, это когда он крутится. А вы его просто дамажите. И по массе вам. Сенджикс, давай, ты отдаешь, как только он начнет крутиться. Санька, ты продлеваешь. А на вторую крутелку Вакати и Элла. Вопрос по танкам. В печеньку Вакати бежит так же? Да. Понял, мы остаемся в ромбе, окей. Все, готовность. Я, кстати, понял, почему босс может остановиться в рейде. Почему? Он, когда шип кастует, он просто останавливается, по приколу. Ну, то есть он может в момент полета начать шип кастовать. Когда он останавливается. Понятно. Машка, чего не хватает? Саня, мы разбираемся, попали? Я ж тут не был ни разу с вами. А, так я же тебе говорю, бегаешь, бьешь просто босса, тупо бьешь босса. И бегаешь сюда за трусами. Все, все, что тебе нужно делать. Когда начинает босс кастовать вихрь, ты бегаешь в крест и бьешь типа босса. Теперь обязательно играют люди по шипам, которые в мили-зоне. Трусователь сразу же свичается. Шнурки, апокалипсис, леговайс. 4 человека вот эти свичаются 100%. 4 человека свичаются 100%. Чмыга тоже может подыгрывать по этим, по шипам в мили-зоне. В РДД-зоне абсолютно все РДДшники играют. То есть в РДД-зоне нахожусь я и Чмыга, 2 человека. Никита, ты что, Марсес на подсейве выбежать? А так шипы убивают только вот, получается, раз, два, три, четыре милика, сразу же свечуете в мили-зоне, и Чмыга помогаем. Все остальные ебашите босса. Если не будет... А, Хиса еще есть, а Хиса ты тоже по шипам. Таска на локах. Не, Биг Бразер сломался. Киньте каску на локах. Я всех варов и всех ДКшников свичну, все будете свичить. Придется. Маг без каски, Лактар, потом Балоха без каски, и Турсовальку без каски. Киньте всем баф обязательно, здесь ДПС тоже нужен. Все, еще раз готовность на пол. Ну что тебе не хватает, им обоим? Каски не даю. Каску, каску. Блять, ну вы можете каску ему дать? Ну ёбана, ну что? Бенни Бенасин в каске, ему бой. Дексиону, Турсовальку. Можете еще ГБ поставить один кто-нибудь, а то я без масла. Да, спасибо. Еще одна готовность. Чего не хватает? Каску под Эксионе. Почему в нем кулак висит, а каски нет? Ну да, у Декса каска есть, отображается. Есть? Да есть у него каска. А что он не готов нажал?
Big Brother старый какой-то, он хуёвый, не работает. Кулака нет на агрессиве. А, он не знает, похуй. Блин, 10 часов, не хватает. Саш, кому СС дать? Саш, СС, кому дать? Пока никому. Окей. Припоты нажали. Геру дали, видимо, беги в трусы. Под босса встаньте только сзади. Все, кто сказали, встаньте под босса. Бегайте за трусами, всей пачкой, кроме меня и чмы. Не трусы, Луна. Ну тут Луна ни хера не видно, у меня персонаж низкий. Мы будем разбейте все РДДшники. Скоро будет вихрь. Подбеги к кресту ближе, Дима. Блять, ладно, сейчас мой проект. Все разбил нормально. Не, сейчас он пары игру зальет. Отойдите немного к вправо. А, нет, чего? Да вот об этом я и говорил, вот можно вот так разбивать. Вот сейчас разлил парейду. Ну это то же самое, только просто на 90 градусов повернуть. Ничем не отличается. Я так понял, за ним нельзя ходить, да, когда вы стоите там в центре все? Можно, только не далеко. Дима, этот, смотри такой момент, сейчас я проебался, но ты тоже смотри, не проебись. Короче, до вихря, когда 5 секунд, чуть ближе сместись, вот ближе к кресту, примерно в район Луны. И я тоже должен был сместиться, а потом как только он... Короче, мы по-простому, что мы должны сделать? Мы должны быть на расстоянии меньше, чем печенька к боссу. Чтобы он не в нас двинулся, а в печеньку. Он на самую дальнюю цель бежит. Понял суть? Ну я понял, я читал, что он кастует, я побежал в это, в Луну стал. Ну я проебался. Андрюх, твой клиент пришел. Да, сегодня Будрева на нет. Дамажит хорошо. Карабонда. Ладно. Кстати, я бы мало. Вопрос, чё вы лежите? Чё мы время зря тратим? А кто начинает танковать? Приветствую. Начинает Сенджикс. Будете кашить? Будем менять. Да им пиздюлей нахуй. Ну блять, потому что пиздец какой-то. Что тут бежать? Встали, побежали. Может, у них залагало. Никита, не закидывай мне МК-шку, закинь под Эксионе. А Лера, закинь по твоему бою. Дестриков сейчас капец капает. Крит. Вот. И сразу не втыкайте. Побежали все к боссу, сразу бежите за Луной. Варианте. Короче, Луна светает, я попробую еще какие-то метки. Ромбик попробуй тогда, если Луна светает. Обычно вот такие звездочки, ромбики, вот эти метки последние не используются. Какая все метки заняты ГБМ и все метки заняты. Геру.
Под босса снайпером? Под босса, Маша, подбеги. Быстрее, ну быстрее, ну Локсар, ну ё-моё. Вы можете не бить сразу, а подбежать к боссу? Ну, два. Ну ладно, давай просто трай сделаем. Чмыгу разбейте, а чмыгу раздешните. А, танка сложила. Я в шипы был. Не похилил. Ну, понял. Не только ты есть, сатуны еще есть. Сука, еще раз. Кто что не понял, сразу же бегите под босса. Короче, у меня удивительно... А, господи, для всех. Стоят у вас фреймы, не стоят. Вы делаете камеру максимально дальше. Включаете кнопочку V, отображается ХП противника. И вы, блядь, сами видите, где появляются максимально быстро шипы. Понимаете, даже вот этот пинг, который, блядь, Саня, допустим, озвучил шипы, блядь, вы уже должны бить, блядь, когда он озвучил шипы. Вы не должны ждать команды, вы должны сами, блядь, соображать и быстро лупить их, нахуй. Что за пиздец? Доброй охоты. Береги себя. И по факту, нужно разбить только две метки РДДшникам. Первая метка это я, вторая чмыга. Или наоборот, неважно. Он первая, я вторая. Босс агрится, если к нему подойти? Да, 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 поэтому не подходи. Добежать, как Жюз, то сам добеги. Да нормально, забей просто. Включи нитроускоритель, либо жалость. Через отрыв потом от него. У вас, чтобы добежать к нему, есть секунды, так, наверное, 7. Если у вас что-то лагает, отключите details, всю эту хуйню, не смотрите DPS свой, блядь, исполняйте тактику, бейте с отличным боссом, все. Монтикутового винта. Я уже тут. А кого-то показывается details на шипы? Урон по шипам. Да. Урон по союзникам открывай. А, понял. Давайте готовность. Смотри, Дим, ты можешь просто так как я бой начинать, вон чуть отбеги. Я пока тут добегаю, на пул даю. Справа. Все. Листобал. Листобал. Побежали, побежали, побежали. Чё стоим? Чё стоим, вой? Повезло, кстати. Флипнули. Могу в него полететь. Их через 13 дима есть. На меня, на мне шипы, на мне шипы. Раздашь шипы. Меня шипы полетели. Чё ж ты туда, Дима, убежал? Я тебе сказал. А, да вон, ладно. Бегите от этого. Сейчас огонь по нам польется. Падайте. Дима, еще раз. Я побежал туда, когда он начал кастовать шипы, я там стал. Подожди, подожди, стой. Сейчас луну переуберем тебя, я тебе по-другому объясню. Ты должен к боссу быть ближе, чем печенька, видит? Луна получается чуть дальше, чем печенька. Хуёво поставили мы луну тебе. Да нет, нормально должно быть.
Да нет, дальше, дальше, он на него рвал. Он не понимает самой механики, смотри, короче. Получается, вот, босс, мы бьем босса, да, подходит там 10 секунд до вихря. Ты становишься в луну. То бишь, босс кастует вихрь, да, он прыгает на Дексион, ты уже должен в это время забежать в крест со всеми игроками. Типа, ты уже не должен стоять там. Во время каста ты должен быть максимально близко к кресту. А для чего? Чтобы ты не был дальней целью. То есть, как в кого бежит босс? Он бежит в самую дальнюю цель. Самая дальняя цель должна быть печенька обязательно. То есть, ты не должен стоять дальше, чем печенька к боссу. Вот и все. То есть, смотри еще раз. Сейчас подбежим. Я так и делаю. Во время каста я убегаю в луну. Смотри. Ну не обязательно луну, убери эту луну нахер, похуй вон на эту луну. Может быть такой момент, что Декс не прыгнул, и прыгнул он, короче, на этого. Или вот Декс он, Дима, смотри. Это крест. Вот это хуйня, это печенька. Если ты будешь стоять дальше на расстоянии, чем печенька, босс на тебя дернется, то есть ты должен ближе быть, чем печенька. К кресту. Да и по факту луна стояла дальше, чем печенька сразу. Ну да, 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 я же тебе говорю, хуёво метку тебе поставили. Ты забей на эту луну, смотри, как ты... Что, я понял? Да, Иван. Вон. Сейчас, я ближе к боссу не буду подбегать, вот сюда куда-нибудь подбежал, чуть ближе. Чтоб я не спулил. И всё. Главное, в крест не забегай, в крест не забегай, до того, как вихрь произойдет, вся лужа может прилететь, она в кресту будет развита. Ну, стой ближе, чем ученика. Понятно? Да. Надеюсь, что да. И вот, бой тоже, как я, начинаю сразу, там, только справа. Там, я слева начинаю, справа. Сацуны, Сань. Меня бесит РДД. Дима, через 12 секунд. Вихрь опять меня. РДДшники, почему Дора долго так играет? Дима, ты уже должен быть ближе. Все, крестик сейчас бегаешь. По меточкам. Дима, сейчас он в ромбик дернется, мы на свое место перебегаем. Под босса, перебегаем. под босса, встаньте. Диму прохильте, Мерсес прыгни. Отдайте БР, Машка, отдай по... Что, Мерсес сдох, Сэндж сдох, падайте. Чего они поздыхали? Под босса это не в лужу, потому что под босса сказали, все в лужу забежали. Ну, под босса это под босса. Там есть место, где можно встать. Если вы забегаете в лужу, ну типа... Всегда хватает. Она всегда хватает. Не, я практически. Вот я сейчас сдох, я бежал на свое место, а там эта лужа была. Я даже перепрыгивал ее, но все равно сразу меня хуй. Так, Дима, бля, что? Твое место это вонючая окружность вокруг него. Я полукруг. Я бежал в это, в трусы. Да забейте эти трусы, блядь, убери мне метку ему. Бля. Когда вихрь заканчивается, просто назад уйди куда-нибудь. Все, я понял. Так вы мне сказали трусы квадрат, я туда и бег. Все, я понял. Главное на вихре сбежаться в луну. Привет тебе. Нет, не в луну. Главное на вихре стоять ближе, чем печенька к боссу. Это раз. Второй момент. Ты должен быть самой дальней целью справа.
когда этот, когда босс начиная, когда босс не крутится, ты должен быть самой дальней целью справа от него. Но не быть параллельно квадрату, кресту точнее. Чтоб не засрал крест. Я встречное предложение. А почему не поставить лока еще одного, блядь, вместо ханта? Он не может... Хант в миле не может бить. Тогда. Можешь просто кикнуть с рейда его сразу. Ну вы все сами поняли. Один трай делает и меня. Дима, еще раз. Забей на эти метки. Видишь, у меня никаких меток нет. Похуй на эти метки. Твоя задача, вот окружность вокруг босса, внутренняя окружность. Если уже видишь, вокруг него есть. Твоя задача, когда он не крутится, вот быть за этой окружностью. Ну, плюс-минус, чтобы ты был самой дальней правой целью от него, а я самая дальняя левая цель. Когда ты ему объясняет стоит... больше механику, а не вот где стоять. Он, он так не бежал. Ты должен быть самой дальней правой целью, когда босс не крутится, когда босс начинает кастовать вихрь, ты должен быть близко чуть-чуть чем печенька, но не в кресту. Как только босс начал кастовать вихрь, ты побежал в печеньку, ты забегаешь в крест. Потом, когда босс возвращается в ромбик, ты должен выбежать на свое место. Не обязательно в трусы. Можешь выбежать вон сюда. Это тоже... Я понял. Просто будь самой дальней целью от него. И не обязательно бежать в лужу. Короче, Димон, вот это все, что я Саша сказал, все правильно. Просто пойми, вот... Ты остаешься, вот допустим, мы стоим в ромбе, там, ну, люди подошли, типа рейс двинулся в ту сторону, да? И ты остаешься на этой линии, лужа летит в тебя. То бишь, вся механика босса, где ты находишься, лужа летит в тебя. То бишь, ты вот контролируешь вот эти ебаные лужи, вот эти ганьпи. Понял, в чем ответственность? Я понял. До вихря. Да, и ты должен, получается, вот эти лужи разливать, но сам не сдохнуть от них. Всё, давай. Вроде должен был понять. Еще, господа, вот, пожалуйста, если в нас каким-то образом залетает лужа, ну вправо-влево отбегите, ну не корите мне, пожалуйста. ТТМ от могиль, да, оставить, он тут вам помогает. Так, стоит. Стоит, поводим. Всё. Ну, чё стоим, Лерка? Быстрее двигайте. У вас лужа, да? Да, вам. Ты приготовься. Вихрь через 17 секунд. Дима, можно сместиться чуть-чуть ближе. Чмыгу разбейте и сразу готовься бежать. Готовься бежать. Вот он сейчас пойдет в ромбик, потом еще раз поменяет. Разбейте. Вот, он сейчас вернет печеньку сейчас. Печеньку. После того, как он с печеньки побежит в ромбик, Дима, бежишь на свое место. Лучше прямо по дороге. Ну, блядь. Сквозь нее беги быстрее, просто в отрыв нажми. Все, пробеги. Под босса встаньте, только не горите. Ну не в лужу, ну куда? Ну под босса они сбежались, вот и лужа, блядь. Ты еще лет шип убивали, я молчу. Короче, смотрите, вот, главная ваша проблема. Видите фрейм босса, пока не убили, блядь? Возьмите его в старый. Вы должны на самый краешек его встать, на самый краешек. Куда встать? На краешек второй этой кружочки. В краешек. Ай, блядь. Давай минусать, п, ебашь. Да. Ебашь. Серёга. Саня, шесть трое, блядь. Одни черные. Они чмутненько сяжут, блядь. Тихо. Этот, сейчас все видели, сейчас будет минуса. Кто долго думает, либо сразу готов. Ну что это пиздец. Очень долго думаете. Вы можете сразу перебегать, здесь босс подвижный. Это еще даже не самый подвижный босс. Даже близко.
Так, еще нюанс по чмыге. Я могу в луну забежать, когда он начал кастовать вихрь, или до начала я должен убежать? Ну, туда, ближе. Как только он съебался в ромбик, второй раз. То есть он бегает сначала... Не-не-не-не-не, я еще где до ты этого. Стоишь, плевать, где ты стоишь, на момент конца его каста ты должен не оказаться, ну, дальней цели. Если я раньше выбегаю, он туда может кинуть лужу, блядь, и она у меня... Он проверяет дистанцию под конец каста, в конце. Терпка. Кто-то съел, наверное, на нее. Короче, пожалуйста, запомните, если вам озвучили, подбежали под босса, и там лужи. Если вы в лужу не заходите, вы на краешек подходите. Не надо, типа, заходить в лужу и умирать. И если вам сказали, подбежали к боссу, вы все кидаете хил, все подряд. Никто не докастивает, отменяете каст, и просто бежите за человеком. Просто с него отлетает метка, к сожалению. Еще проще, смотрите. Заканчивается вихрь, вы всегда должны находиться под боссом. Вам даже можно не озвучивать, это будет циклично все происходить. Да, как только босс начинает второй раз, получается, он идет первый раз в ту печеньку, второй раз в ромбик, потом опять в печеньку и потом в ромбик. И вот когда он пойдет в ромбик, уже готов перебегать, вам скажут, перебежали и сразу побежали. Ой, подождите, ничего не делайте. Потом готовность не дал. Заново сейчас. Там турсователь, кстати, в шипы не свечивается на варе. Из интересного. Готовьте этот. Готов минус. Приготовь. Вихрь через 16 секунд, Дима. Готовь, шип скоро будет. Вихрь через 10 секунд, можешь уже чуть ближе подбегать. Вихрь через 6 секунд. Подбегай, Дима, ближе к кресту. Ну не прям же в нас. Нет, не было. Ты тоже близко подошел. А. Ну нет, нормально. Момент. Вот это нормально, она хотела, все равно не понял. Ты будем искать, кто понял. Лок, сейчас лок. Не, лок. Ну, подходите аккуратно. Вот сейчас шипы разбейте. Под боссом. Немножко ближе. Ух, пережили. Победа. Маша злее на постреле. Вихрь через два. Кто там в следующем массе сделает? Вакати, потом я. Димон, подходи ближе к луне. Димон, подходи ближе. Вихрь скоро. На меня кинул. Снимай, быстрее, щит на магию. Крест зашли. Don't spike cast.
Вот, и когда он сейчас полетит в ромбик, Дима, готовься выбегать. Я уже... Под боссом, под боссом. Готовься, аккуратно выходишь под боссом. Не лужи, не только никакой в лужу не зайдите. Андрей, когда будет следующая фаза, нёшь этот гимн, не гимн, а этот гимнер дашь по стреле тоже. У меня Т4 есть, мешать на следующий. Да, 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 на первую, третью, пятую. Дима, вихрь через 23. Чмыгу, чмыгу сбейте. Уже должны бить. Дима, через 14 вихрь, будь ближе чуть-чуть. Дима, он подходит к нему. Хуёво, меня прокиньте, заливать будем. Шип на хиле. Слава, нажми гимн на ману. Дима, готовься, следующий ромбик. Выбегаем. Чё? Сейчас под босса. Поближе. Ура. На краю фрейма. В лужу только не встаньте. Дай до ману. Да, давай Рианчи. А он как разобьют тебя, как разобьют, сразу гимн, да. Вихрь через 15, Дима. Мон, подходи к нему. Могу разбейте. Охо. Крест. Андрей, залей, если... А, ты задал. Я отдавал. А, вижу, вижу. Блять, меня словило. Близко стоял. Дай БР кто-нибудь, блин. Только не вставай, БР. А. Флипнули. Дима, убегай. Под босса, встаньте, под босса, встаньте, под босса, под босса, под босса. Только не лучше заходить, осторожно лужу. Там огоньку БР, Андрюха потом, да. Я БР подъеду. Вообще у нас ДПС не хватает. У нас сегодня топачи прям количество атаки. Типа нормально, еще нормально, да? Да, да, разбить. Ну, короче, впритык хватает. Ну, что-то грустно вообще. Просто... Ну, ты хилить-то будешь сегодня делать. На хапале, ну серьезно. Там сама падать. Так, сейчас мы срисователь мало дамажит, какой огонек в демоне оставим. Женя спит. Джанка по-любому грей. Джанк, давай вместо Жени. Тогда. Починитесь все. Да, босс, так, хороший босс, вот этот. Кто из танков, типа, умеет прожиматься, когда у него лоу хп? Это кто знает, когда ударит. Там бьет всегда, когда он не кастует. И не крутится. Ну, я прожимаюсь под это, у меня прожимки-то тоже не бесконечно бьет, но он все время... Бьет раз в 2 секунды, у меня больше прошло. Ну я просто к тому, что типа, я не понимаю, ну, типа ДК это. Ну, я его не хилю, я хилю уфолога и вакати. А падает ДК только по КД. Эх.
Могу танков поменять. Так, если вы делаете пати красиво, тогда можно легалайза либо вниз по пати, потому что ну три танка в одной пати, и между ними легалайз, надо как-то неудобно. Не, может, ты сами пати выкинуть. Легалайз любит быть между парнями, да? Ну не надо тут. Нет, тут-то не надо, пойдем отойдем, да? Сейчас сделаем. Закиньте меня к Апкалу, я хочу к нему. Подожди, это нужно сделать так, что... Нет, персонажем тоже. Это СТ... Одну секунду. Слышишь, Саня, одну минуту до подъезда спущусь, пакет заберу. Это буквально минута. Это должна быть буква, попробуем. Бля, почему он становится между? Ага, все. Пиздец, почему гламур сюда? Ну ладно, давай я себя кину. Ой, тут есть такие моменты, что ты пал хилит не через танка. Не, я, конечно, могу фулбол забить и на танков. Ну, как сказать, короче, там осталось 50 миллионов СП, 3.30 минут до берсы, да? Там впритык было. У вас впритык по ДПСу, трусователь, давай, сейчас должно быть получше. Дан, ты понял, что делать, или знаешь, что делать, или нет? Да, нет. По-моему, в прошлый раз был с нами. Вы вот еще учитываете, что все равно там экзекутка еще пойдет, еще чуть-чуть подрастет, у кого-то ДПС урона больше пойдет. Все, я тут так. И учитывая то, что еще кто-то не доживет до нее. Ну это понятно. На танке за 3 секунды только дотками прохилось, если я не ошибаюсь. Это вот жили это просто, под конец что посыпались вот и все. Там в тот момент одновременно 3 танков дамажили, я похилил, ну я типа 2 других хил. Я просто говорю вот как есть, я не знаю как это происходило у хилов, я ни на кого ничего не говорю, а просто говорю фактом. 3 костяных, в меня залетело удара, у меня кровь в КД, ключ в КД. Смотри, давай мы так сделаем. Ты, короче, частицу дашь в уфолога, и мы вместе с тобой будем просто ДКшника хилить. Вместо того, чтобы уфолога хилить. Вдвоем. Я сейчас линию еще одну поменяю тогда. По бахам не хватает на мне каски, не хватает каски есть. А, я просто себя перекинул в другую пати, понятно. Каски хантуй. Лапки нет. Я просто другой пати себе перекину. Ну что, давайте. Я думаю, все поняли. Сейчас только задамажить его. И все правильно сделать. Еру. Вихрь через 14 дней. Вихрь через 7, уже можешь чуть ближе сместиться к Христону. Внутри его уже не разлей. Нас двоих с чмыгой. Аккуратно, Дима. Стой, Вуза. Готов все выбегать. Иннер по
Элли, Андрей, залей. Сбейте, бегай. Сбейте шипы под босса. Я вынес стрелы дал, на выстрел. Уже мне дал. Да не надо мне иннер, я сижу за маной. Все поближе подойди. Есть кто там. Пора идти, который. Я в шипе. Ну, давай ПТМ, пусть КД уходит. Бой долгий будет. Да. Если выйдет. Через 17. Бонус подкаст. Быстрее, по паску прям. И вихрь через 4 секунды, Дима, сразу разбили, беги к боссу ближе. Только смотри, лужу, красиво разбили. Хорошо. Бонус подкаст. А может мы когда будем сбегаться под босса после крутилки массив отдавать? Звучит как будто вот там есть массив. Этот, Дима готов все убегать. Выбегай. Шип, шип, шип. Залейте. Ну, сбейте шипы под босса, под босса, под босса. Быстрее, быстрее под босса. Ну все, под босса научились бегать, значит убьем. Маша, как откатится Инур, зальешь по стреле. Андрей, помашка. Блять, долбоёб. У нас не руина. 15 секунд. Дима, вихрь, 7 секунд, будь готов, Лиза, будь. Босса. Эскейп, не забывайте прожимать. Что быстрее сбить? Ну, что-то долго. Меня разбейте, стою, блядь, не знаю, сколько уже. Дима, готовься. Выбежать. Вихрь, вихрь. Выбежал. Под боссом, под боссом. Трусователь. Как сможешь иннер по стреле зальёшь. Это будет возможность. Дима, Рианти, после следующего шипа нажмёшь гин, если не в тебя. Вот сейчас шипы будут, если не в тебя, нажимай на маму. Сколько ты вихря? Вихря еще 13 секунд. Нажимай, Дима. Вихрянти. 7 секунд до вихря, мега ближе к дику. Нажми войд, тоже гин на ману. Блять, надеюсь, не нажимал. С печеньки сбейте кастеры. Звездочку. Хиса, возложение рук закинь вону. Дима, выбежали. Под боссом, под боссом, под боссом. Шипы, там шипы, там шипы, там шипы. Ой, Машка, по войду отдай. Нормально, ничего страшного, по войду. Вау, давай. Его. Если не отдавал гимн, отдай гимн. О, бля.
Не, надо еще один рашан, наверное, чтобы на команде сделать. Друидов очень мало. Не надо. У нас все хилы высохли. Как надо? В команде, да. Нулевые. Катаем 5 секунд. Живем. Давай. Ну, спамить хилу не надо. Это приготовимся. Виктор, через 5 секунд, Дима, готовься. Подбежали, Дима. Притык успеваем, Берсан. Там машина, шип стоит. Сейчас у нас оходовый. Шипы. На себя. Дима, выбежали. Под босса. Войт на этот, блядь. Михр через 33. Верста через минуту 40. Успеваем, нормально. Через 12. Шипы. Bone Storm cast. Да, меня тут забил, конечно. Нормально так. Bone Spike cast. Да, еще бетик одну геру для воида быстрее. Считаем. Это 4 замка, как кажется. Готовься, Дима, выпрыгивать. Отойдите, блядь. Ладно. Как все умерли? Не убежали? Дай нас, он нас... Пробуйте, вставай, да, у кого есть, вставайте, пробуйте что-то делать. 5% разбей. Не, да, не убьете. Так уже Берсачу из лапки. А кто из-за чего? Хуй его знает, он должен был бежать на танк, а он с ним убил. Он должно было быть. Ну, шип начал кставать. О, момент полета. Зашел. Мистер Бонд зашел. Давай вместо трусователя. ДПС намного лучше будет. Прошу заметить про шаманов. Мы не самые последние. Как Ваня нам обещал. Молодец. Шипы спекайтесь. Давай, трусователь. Это... Что вы не самый последний, к сожалению, не ваша заслуга. Роги потом на пулами обменивайте друг друга после того... Короче, первый раз накинули. Обменивайтесь. Блин, ну а вард, он, кстати, по шипам хорошо работает. Ну да. А ты босса хорошо понайдешь. Ну да, это нет. Ну типа, блядь, у трассователя 4 ляма нанесено, а у шнурков 8, блядь, по боссу. Ничего. Не, я-то хочу в рейд, я... Главное, что научились. Нормально, идем. Вара 24-2-10, как бить? Короче, это, не хочу без морали, но мне кажется, я вайпнул рейд. Ну, что-то я так думал. Что ты сделал, по твоему мнению? По моему мнению, короче, понял, он стоял в печеньке, да? И должен быть последний прыжок, а я, типа, короче, ну, 5 секунд, а когда окончание выхода, я вышел в ромб. Ну, типа, туда дальше. И чё?
Типа, ну, типа он остановился, может, он остановился? Нет, он остановился, потому что он кастил. Он кастил шип. Это так работает. Это хуйня не контрится, типа. Как это контрить, я еще не придумал. Но она не контрится. А сколько ТПС надо на ребро, блять? Ну, в проходной. У нас 230 сейчас хватает. Да мы убили бы ребро, я убили. Спокойно. Не, я знаю, просто сколько. Как это говорить, я просто забыл. 220 хватит, плюс-минус. А палы кидают синюю джагу? Да. Ману как-то порезать, на всякий случай хилом можно. Я на танк точно вешу синюю, пока да. Ну вот, можно. Экономьте ману, пиздец, блять, вы по мане садитесь. Был момент, когда я думал, он пизда был. Вообще, все килы без маны. Я теперь РДшим без маны. Был. А кто МТ? МТ-сэндж. Давайте, у кого фласки меньше 10 минут, либо 10, перебивайте, а то будет обидно, если они во время боя упадут. Если ты сейчас начнешь пул, то нормально, у меня как раз равно 10 минут. Ну давай, готовность тогда сразу. Быстрее, ребаф не купить. Полетим. Мистер Бон, шнурки. Чего не хватает, Дима? Вон, Дима. Женя. Мыгу разбейся. Вихрь через 12. Вихрь через 5, Дима, готов. Мелики не могут бить крыши. Уфова Гамаша подними. А, там рейд. Падайте. Сейчас только фаски убиваем. Там Вакати слишком рано убежал, там лужа развилась по центру. Так. Ну что, чтобы больше симулировать, сейчас за любой свап не сам. Это точно. Так ты этот рай назад сказал. Оф, на замену, блядь. А кто свапнул? Ну ты мне скажи, из-за чего мы сдохли? Ну, можно Войду чисто дать из-за того, что он сдох. Не, я земля управляю, ты сказал, что мы два трая назад мы за ИП уже идем. Сейчас. Не знаю. Не, я считаю, типа, если уже есть прям такой лютый слаг, типа, можно, блядь, но если какие-то там такие непонятные моменты, то не стоит, все равно идет как освоение. Когда уже какой-то почти это тут, либо завис. Короче, у Фолок умер. Ладно, вы видели, какой здесь тайминг? Здесь даже не 0,1 секунда, здесь просто пиздец. Я там не успел даже ничего нажать. Не, ладно, посмотри, как ты умер. Просто посмотри. Это пиздец. Я вообще такой не видел еще. Бля, я бы посмотрел, но я не могу стрима смотреть, у меня зависит нахуй все. Показываю. Даня, где сова? Ну кто там хочет на мем посмотреть? Сэджик. Смотрю. Давай. Вот, короче, вот на медленной, вот я кастую свет небес у него сейчас. Блять. Ебать, реально. Не-не-не. Вот я кастую в него свет небес. Это в него каст. Вот он. Вот он прошел. Ну, якобы прошел. Вроде не похилил. И он умер сразу. Я еще в этот момент туда свет небес закинул на десятку. Я въебал сразу, что пистолка, нахуй, я не знаю. Ты даже не на десятку въебал, ты 14 тысяч модов светом небес через 0.2 его сложила. Пиздец. Почему он такой? Он слабый танк. Я что-то думал по-другому будет.
Ну, может быть, просто по вакате урон не прошел, типа что-то не так сделалось. Не поделился. Давайте перебивайте пасочки. Кому за сапротом дать? Пола за сапротом. Может тут лучше на хп выпить танком? Ну хоть что-то типа. Мы сделали пас на хп, кстати. Если надо, возьмите. Просто мне кажется, кстати, может быть и... Не сапротом. Ну давай, давай. Ну, да мне кажется, что хп вообще нету перепивать, потому что я в печеньке потом лужу ловлю. Ты не перепивай, давай сэндвич тебе может стоит реально выпить. Ты не обмен мне, я тебе дам банку на хп. Блядь, не успел взять. Мне понравилось, если такая хуйня, у меня не портит единицу, если бы я снова кто убил. Кидай сэндвич обмен. Знаешь, микро-шанс какой-то все равно, надо за него ловиться. Блядь. Ну да, 150к, блядь, за 0-0 там какой-то секунды. Лови с него. А была бы фласка, знаешь. Выжил ты в натуре. Да, мы же эти пластички. Покал? Босс-то реально манекен. Босс очень простой. Не мучило бы на нем так, я тут пиздец лагаешь. Оу. Нормально. Пичи раньше будет, блядь. Их. Через 10 секунд. Андрюха, Инер, постреля. Будет. Нет, Дима, уже подбеги ближе. Меня просто выпрыгни. Сложи его. У меня все тут. Хил в шипе был. Никита, если тебя не выберет, то идешь обратно в босс. Ну это минус 2 дд у нас и так и урона в крипе. Короче, это Санджик затупил. Сейчас? Мыгу разбейте. Да смысл? Давай Некс. Да, да, давай, давай Некс. Лужи зашли. Все время тогда. Затупил про что говоришь, Холк? Ну, короче, понял, с печенькой прошел прыжок, а ты не отошел, типа, во фрейд, вот так, остался в рамбе, и босс пошел в рейд назад. Я не отошел, потому что у нас уже там 4 или 5 людей легло, я поэтому думал, мы уже ложимся. Блядь, забагалось, там еще кто-то в бою, сейчас я перезайду, это крутой огонек. Я такая же хуйня. Это кто сказал? Сацуны. Бля, я думал, Леголайз доебаться хотел, прости. Скотина ебаная. Доебаться до меня решил. А вот теперь можно. Я молчу вообще, блядь. Никому вообще ничего не... Это не претензий никаких. Я сама пусть.